Пылесосы, подметательно-уборочные машины, водовозки. После зимы, когда на улице уже стабильно плюсовая температура, грязь и мусор с проезжей части смывают сильным напором воды. С обочины отходы убирают сотрудники дирекции благоустройства города, чтобы и тротуарная зона была подготовлена к теплым денькам. После схода снега дирекция благоустройства города приступила к выполнению работ по уборке песка, который остался после зимы. Убираем как и центральные улицы, так же и улицы в микрорайонах. Мы моем тротуары, проезжую часть, собираем мусор вдоль дороги, который остался после зимы. Работы выполняются в круглосуточном режиме. Там, где возможно, работаем днем, но основные работы также выполняются ночью. Убрать планируют более 180 километров автомобильных дорог, причем большую часть работ будут проводить ночью, когда трафик в городе менее оживленный. На следующем этапе генеральной уборки отремонтируют скамейки, урны и малые архитектурные формы, уберут общественные пространства, а также подготовят городские клумбы к посадке цветов, закончить которую планируют к майским праздникам. По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова пристальное внимание уделят памятным местам. Среди них мемориалы участникам Великой Отечественной войны, в том числе воинские захоронения и муниципальные кладбища. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город».